Загораживаете? Немножко загораживаюсь этим. Попробуем? Да. Ну, допустим, давайте посмотрим вот эту вторую акустику. Может быть, мы его через DI подсоединим вот эту акустику? Нет, какая проблема? Опять гнездо? А чё? Шнур? Да. Так, ну, вот здесь это почти. Потому что он теряется, всё, пропадает. Приходите. У меня нету. Thank you.
значит, писал ты страницы пленной жизни. Несколько жирных точек поставил ты тут же между ними. Люди кричали: браво, ты делал все, что им по нраву. И на вершине славы смотрел сквозь пальцы, не видя травы. Сколько лет ты верил, падая все ниже. Ждал из ниоткуда, подпускал все ближе. Взгляды,
с младенчества до глубокой старости это происходит постоянно. Эти люди создают наше мировоззрение в отрочестве. Первые победы в юности тоже связаны с людьми. Какая-то мотивация в среднем возрасте тоже очень хороша и очень уязвима для того, чтобы принимать или не принимать. К зрелому возрасту ты понимаешь, что огромное количество людей так или иначе все-таки повлияло на то, что ты делаешь, и на то, как ты это делаешь. А к глубокой старости, я думаю, что ты сам становишься таким человеком, который может как-то сказаться на формировании. И какие-то люди остаются в нашей жизни надолго, какие-то навсегда. Какие-то уходят, какие-то приходят, но это люди, и у этих людей есть истории. У этих людей есть удивительные истории. И то, что сегодня будет происходить здесь, это, опять же, история людей. Может быть, кто-то узнает себя в них, может быть, кто-то почувствует, что действительно это так. А может быть, это просто наш какой-то фантазийный мир, который мы придумали. Но это есть, и люди с их удивительными историями всегда будут в нашей жизни. Это, мне кажется, это очень здорово, очень показательно. Сегодняшний концерт я хочу посвятить человеку, которого, к сожалению, нет сегодня с нами. И этот человек ушел в этот день. Великолепный музыкант, великолепный пианист. Добрейший и мудрейший человек. Перский Владимир Яковлевич. Я думаю, что то, что сегодня мы делаем, ему бы понравилось. Я думаю, что это будет так. Я благодарен ему за то, что он дал мне. Очень рад вас видеть здесь сегодня. Желтый берег смывает бремя слез, лишь потери считаются всерьез. Незаметно проходит все вокруг, только это ты понимаешь вдруг. Тихо шепчу людские голоса, замечая, не знаешь, что сказать. Кто-то рядом пытается помочь, только взглядом разрываешь ночь. Бойся себя, не бойся меня, беги вперед. Бойся меня, не бойся себя. Бойся себя, не бойся меня, люби захлёст.
лет назад наши лица сменяют образа, лишь от соблазна меняются глаза. Все проходит, не замечая страх, смывая фразы, превращаясь в прах. Снова лица и снова образа, вскрывая небо, хочется сказать: бойся себя, не бойся меня, беги вперед. Бойся меня, не бойся себя. Бойся себя, не бойся меня, люби взахлёб.
Сколько мы с тобой вечного прошли. Ты знаешь, это грустно, ты знаешь, это больно. Несколько минут входят изнутри, как будто где-то пусто, но все же очень вольно меня. Thank you.
Thank you.
можно смотреть назад. Несколько модных слов, что же еще сказать? Мне были так близки. Можно сходить с ума, можно искать покой, не торопясь уйти, остаться самим собой. Пойми, это лишь от тоски. Наступит время, когда ты вдруг не сможешь молчать, бояться что-то сказать, но только не обещай, забудь. И снова слышу себя, понимая зачем, ломая несколько строк, вновь оставаясь ни с чем. Да, но нет, забудь все, о чем ты просил. Наступит время, когда ты вдруг не сможешь молчать, бояться что-то сказать, но только не обещай, забудь. И снова слышу себя, понимаю зачем, ломая несколько строк, вновь оставаясь ни с чем. Yeah.
Не обещай терпеть, не обещай смотреть.
смотреть в меня. Не обещай понять опять, опять. Не обещай любить, не обещай забыть себя. Не обещай кричать, не обещай молчать, любя. Не обещай терпеть, не обещай смотреть в меня. Не обещай понять опять. Я хочу представить людей, которые сегодня сделали, делают и продолжают делать этот концерт. Огромная благодарность моим генеральным партнерам компании «Yamaha Ташкент» в лице Павла Карасева и Алексея Стрекалова. Ребят, благодарен за то, что вы делаете для своего артиста. Очень ценю, очень признательно благодарю. Спасибо большое. Это вот здесь. Горд и очень тронут нашей дружбой с прекрасной компанией, которая поставила сегодня звук. Иосис, компания Иосис в лице Игоря Зиновича Иосиса. Игорь, я очень ценю то, что ты делаешь для нас, для музыки, для хорошей. Благодарен, безгранично благодарен. Просто вот это любовь. Спасибо большое. Благодарен ребятам, технической группе, которая работала и работает сегодня на этом непростом для нас концерте, будем так говорить. Всем ребятам из компании «Иосис», всем ребятам из компании «Yamaha Ташкент» огромный респект. Ценю, очень ценю. Мы очень дорожим тем, что мы вместе в одной команде. Слева от меня находится человек, который сегодня играет на такой большой гитаре. У него самая большая гитара из всех. Прекрасный бас-гитарист, прекрасный человек Александр Бикетов. Здесь есть несколько предметов, на которые вот этот человек играет постоянно. Я думаю, что ты заслуживаешь этого. Прекрасный музыкант, прекрасный барабанщик, прекрасный человек Владимир Бадыров. Есть еще серый кардинал нашего коллектива. Человек, который отвечает за звук. Сегодня он работает в прекрасном тандеме с гуру от компании «Иосис», звукорежиссер, который все это сегодня нам организовал. Это Асад Мухаммадиев. Спасибо большое, Асад, спасибо огромное. И человек, который сегодня работает в тандеме, это наш четвертый участник, которого никто не видит, но который за всем наблюдает со стороны. Наш звукорежиссер Герман Бронский. Меня зовут Виталий Попелов, я немножко пою, немножко играю на гитаре. Спасибо. Thank you.
грустнет над тобой. И громко слышу я голос твой, тихие слова, робкий взгляд, несколько шагов путь назад, чьи-то голоса видишь ты, ясные света слышишь ты, тихие мольбы, робкий взгляд, несколько шагов путь назад, тихие мольбы, робкий взгляд, несколько минут назад. Молю тебя, скажи, что помнишь мои глаза. Снова услышь.
исчезаем. Я не помню и не вижу. Появлением слез наши слова крошится лед, падая сквозь года. Меняются мысли, с ними все вокруг. Это не навсегда. Становится ясным.
Ты смотришь на меня, не понимая, что хочу сказать. К чему теперь слова? Все это лишь игра, пойми. Все как в кино, нелепо и так смешно, и нам было все равно, но это прошло давно. Теплые улицы шептались на усы, и наши мысли меняются, все ошибаются, люди встречаются, люди прощаются, лица стираются, встречая рассвет. Время понять, зачем любить. Время забыть и отпустить меня. Прости. We'll be right back.
глаза, в них медленно звучит слеза. Сегодня с нами вместе. Я очень благодарен, потому что это классное событие, но мы долго его ждали и дождались. Вам огромная-огромная-огромная благодарность. Огромное-огромное-огромное спасибо за то, что вы с нами сегодня, потому что хочется, чтобы были теплые, красивые лица с удивительными историями. И у меня к вам предложение. Если мы хотим сейчас пообщаться, в фойе будет просто сказка сейчас. Никуда не уходите. Александр Бегетов, Владимир Бадыров, первый раз. Мы к вам поднимемся, обязательно, мы хотим пообщаться. Там можно всяких разных ништяков поиметь, честно. Там и десочки есть, и красивые, и поговорить сможем, и даже, если кому-то нужно, можем написать «С любовью попел в трио». Через 3 минутки мы поднимемся. Спасибо большое.